Магазин «Ремикс», город Владивосток, город Южно-Сахалинск, представляет вам походную кухню мобильную, сделанную из алюминия, очень легкую. Вот так вот она выглядит сзади. Шкафчик на липучках подвешивается на крючках с четырех сторон. Липучки тоже со всех сторон. Внутри две полочки обрамлены металлом, в отличие от аналогов. То есть вода никаким образом не будет попадать на древесину, которой здесь нет. Обычно эти полочки сделаны из древесины. Здесь чистый пластик, алюминий, то есть полочка вечная. Также она закрывается, открывается. Очень удобно. Таким вот образом. То есть на ночь не нужно выбирать продукты от зверей, от насекомых. Упакована вот в такую сумку. А это вот из-под нее коробка. Очень хорошего качества. За свою жизнь видел много всяких разнообразных кухонь. Это меня поразило. Описание и ссылка ниже.